Видеоартель представляет. Эй, вы мелкие кусики-красавцы! Кусики-усики! А это кто, ваш папа тут сверху? Нет, не ваш папа, наверное. Ну, такой попец конкретный. А что ж вы за звери такие? Это надо пойти поинтересоваться у хозяина. Каких тут только нет зверей. Это венгерские, по-моему. Венгерские гиганты в обосранном ящике. А тут на молодых сидит. Такое видали? Что за порода такая? Други мои, пропишите в комментариях. Вы на канале Крылья Нью-Джерси. С вами Дмитрий Геллер, создатель канала. Я тут снимаю кое-каких голубей. Так, без имени, без фамилии. Просто снимаю и вам показываю. Доброго всем здоровечка. А вы подпишитесь на канал и лайки поставьте. Лайки на Facebook и на YouTube в этом году бесплатно, я договорился. А, как вам идейка такая? Класс, да? Что за порода голубей? Дайте знать, напишите. Я никогда не думал, что такая вот бомба, она еще и может как-то и в воздухе передвигаться, если сюда на стропилу эту залезла. Прыг. А, ну прыгает вот так. Прыг-скок, 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 прыг-скок. Прикольненько. Короче, знаете, что это такое? Где я сейчас? Это Ноев ковчег. Тут каждой птице паре по твари или по паре твари паре. По паре паре. Татари-рари. Тарари-рари. Каждой твари по тарари паре. Опца, дрица, опца, ца, как люблю говорить. И куронька без яйца. Куронька без яйца. Йо, какой славный срач. Да. Какают эти голуби конкретно, видно. Не, ну если не убирать, так будет и конкретно, да. Вон еще какие-то там зверуги. Они кусаются, наверное? Я шучу. Ой, я шучу. Тут шучу, шучу, шучу. Пошли посмотрим, что еще здесь есть. Что это? Германские бьюти. German beauty. Да тут кто хочешь. Знаете что? Я вот оставлю это дело для вас. Вот вы себе сами. Ша-ша-ша. Ну, собьет с ног. Ну, это, наверное, карьер огромный. А это давлап? Короче, я это все оставлю на ваше рассмотрение. Вы себе посмотрите, а мне потом и другим всем расскажите. И, кстати, ребята, пожалуйста, напишите географию, кто откуда меня смотрит, кто откуда меня наблюдает. Какие страны, города, какие регионы, все-все-все, это очень интересно, ваши комментарии для меня очень важны, я тогда статистику понимаю, что происходит. А вам вот пока вот такие вот, вот такая вот декоративная птица, ну вот в таком вот заведении. Без имен мне сказали, пожалуйста, без фамилий, без адреса, сказали, хочешь поснимать, зайди поснимай, и на этом все. Так что я как бы, ну вот, что маю, то везу. Показываю вам, как есть. Вот такие красотуни. Вот такие красотунечки. Красотуки, можно сказать. Драконы, карьеры, немецкие. Кто это немецкий? Немецкий шоу-пидженс, да? German Beauty. Вот. Помните, я вам рассказывал, у нас такая немка была?
у самих. Была такая немка, которая пряталась за стекло в парадное, одноглазая. Да, вот такая вот она была белая. Немецкая выставочная, вот. Слабо я в декорации разбираюсь. Ну, ничего, буду учиться вместе с вами. Слушайте, вот люди, да, повыводили с дикого скалистого голубя, с Колумбия Ливия, с одного, с несчастного, да, с дикаря, который вот ходит у нас с вами под мостами и по лужам. Вывели 2000 пород, еще 2000 подвидов и еще там бог его знает сколько чего, а? Посмотрите. Ёлки-палки, а? Нет, ну это, конечно, тут интересно. Это можно назвать такая музейная коллекция. Вот я когда выиграю большие деньги в лотерею, а я их обязательно выиграю, ребят, один день когда-нибудь. И я, значит, построю вот такой голубиный зоопарк. И в этом голубином зоопарке, другие мои, я тоже там пород 150 заведу. Ну, я так это, с театром полетов. Ну, вы знаете, у меня все будет по-серьезному, по-взрослому. Остаемся на канале, дальше будет только интереснее. Так, тут снова Дулэпс. Карьеры. Ох, какие шикарные карьеры, ребята, посмотрите. Вот это такие карьеры. Да. Хозяин приберется, сказал, как только тепло станет. Ну, я сомневаюсь, что он тут приберется, когда станет тепло. Но карьеры потрясающие. Я не разбираюсь в них вообще. Вы мне сами скажите, классные или нет. Но мне вот просто нравятся. Ну вот красивые птицы, да? А, творение рук человеческих, представляете? И всего лишь 4%. 4% мы изменили от Колумбия Ливия. Всего 4% отошли в генной структуре. А вот это был польский Polish Barb. А, тут пара их, я вижу. А тут еще и... О, что это? Это дутыши какие-то, да? Это какой-то дутыш. Ребята, я должен подучить декорацию. Это не мой департамент, так сказать, немножко. Но я подучу. И потом вам всем расскажу, что и как. Тут еще какие-то голуби есть. Ой. Эти мне очень нравятся. Ну, просто монстры такие. Они вообще летать умеют, эти голуби? Это, ну, нет, ну, по конституции, похоже, что, конечно, они летать могут. Тут еще какие-то с мордочками вот такими вот. Ну, короче, вот такой вам сегодня обзорчик. Все инкогнито. Не буду я называть, где и что. Не, ну я скажу, я в США, штат Нью-Джерси. And this is good enough. Вы просто получаете удовольствие от увиденного. И услышанного, так сказать. Ну, все. Давайте, наверное, будем заканчивать это все. Я думаю, если я лимит 10 минут не набрал, то я добавлю, разбавлю чем-то там своим. На. Обзорчик вот такой вот. Все, так. Вот такие вот дела. Прощаться не прощаюсь, прощание будет попозже. Вот такие вот голуби, ребята. А теперь стихи. Вот и снег пошел. Снежок. А я в белой майке. В белой майке хорошо, это не фуфайки. 50 себе налью. Хлопну за ваше здоровье. И маслинкой закушу, чистое здоровье. В красный борщ добавлю я беленькой сметанки, размешаю. Похлебаю, чего вам желаю. Новый роликс и помпушка. Чисто загляденье. С пирожка дымок идет. Это объедение. И этот друг меня увековечил, американец. Это я прикололся. Так, привет, вы на канале Крылья Нью-Джерси. Дмитрий Геллер с вами, создатель канала. Держу флайтс, американских кормилок. Да, прикольные такие, белоконцевые. У меня летают, посмотрите на канале. Разные такие, цветные, красивые голуби, мастные.
держу их вот в таком вот переносном, перевозном на колесах голубином питомнике сейчас. А раньше эта охота у меня была большая, вот тут у меня 600 почтовых было. Да, и еще серпастоворотные, а вот мой Гром, Гром, чемпион чемпионов. Хаскин Венрил, вот таких держал почтовых. Я увлекался роллерами ради потехи и серьезно занимался серпастово-воротными по линии Леонида Кустенко. 32 выставки победы в США, штатный судья, мастер-бридер. Заходите на канал. И на сегодня все. Вон. Один уже спит. Ш-ш-ш-ш.